Вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам хочу показать мою работу. Я работаю фотомоделью. Модельный бизнес – это слава и популярность, а также возможность в один миг из неизвестной девочки превратиться в королеву. Именно поэтому профессия фотомодели – одна из самых популярных сегодня. Фотомодель, топ-модель. Кто из девочек не мечтает ею быть? Работа фотомодели крайне увлекательна. Но это в первую очередь очень огромный труд. Для фотомодели недостаточно только прекрасной внешности. Нужно обладать еще огромной работоспособностью и быть готовой постоянно менять свой облик. Ведь модель должна уметь своим лицом, фигурой, движениями выразить свое настроение. Согласитесь, очень-очень сложная профессия. И, конечно же, самое главное в профессии фотомодели – это фотогеничность. Где моя сосиска? Где моя сосиска? Сосиска, сосиска. Кот сожрал собак, кот сожрал собак, вот собак. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!